Выставка голубей в Копанях. Из-за карантина очень мало людей. Ты уже там, говорю, да. Вот, блядь, Игорь на работе, блядь, должен смениться, блядь. Привет. Завтра будем давать видео. Спасибо. Эту неделю он нахуй, я не знаю сколько за сейчас. Наоборот начал. Нихуя, ну вот сейчас я начал. Сейчас. Давай, снимай. Привет, Копани, это самое. Нас рыб наберет. Все, покинись мне потом. Это. Вот тут такие, как макові или темные полосатые, это дерево. А вот это ж, чуешь, сизый у меня парный свет. Мне запомнилось, трошки дивовать. И дают, как кремаки. Ты тоже лыжи, пати, круто. Ну, а все сизый. Лыжи. А дети? Ну, сейчас оно, чи 10 штук осталось. Я... Всего осталось? Да, и куча. Уже школа. Ставили за главного. Это такие выставки, а вы лучше брать дома.
каждый начинает. А сейчас видите, уже налывают тебе до утра и вечером мы жизнь. Ну, я купил, может, ветровый, купил на 700 грамм ветровый, не думаю. Я уже что зробив, думаю, сейчас оберу судьбу, я вже не заплешки, куда я не веду. И ты монтажный пешек, задув пешек, ни хрена все равно. Капаням, привет! И на колючку. Бьюча! А что это за порода? Средняя азиатская овчарка, колобай. Може бути.